19 лет назад Виктория Шалыгина пришла на работу в бассейн «Дельфин». За это время под ее руководством сотни маленьких саровчан сделали свои первые шаги в мир спорта. Многие из воспитанников Виктории Викторовны добились успеха на региональных и всероссийских соревнованиях, стали мастерами спорта. Сама тренер также неоднократно получала награды за свои достижения и работу. А в марте министр спорта вручил ей благодарность губернатора. Награда была неожиданностью. Позвонили за 4 дня до награждения. Было как-то очень приятно на душе, что оценили мою работу на высоком уровне областном. Это было очень приятно. Главное – любить свою работу, считает тренер. Только так можно добиться успеха. Еще занимаясь в училище Олимпийского резерва в Волгограде, Виктория Шалыгина уже хотела стать тренером. «Дельфин» для нее – это не просто работа. Это и хобби, и важная часть жизни. Под руководством Виктории Викторовны сейчас занимаются 96 ребят. Мы работаем для того, чтобы развить в этих ребятах, будем так, силу, какую-то храбрость спортивную, чтобы он полюбил спорт, не только плавание, но участвовал в других видах спорта, да, там в школе. Вот в совокупности вот это вот всего мы развиваем детей. Уже с 12-13-летними детьми, нацеленными на высокие результаты, тренеры начинают усиленную работу. Цель – довести спортсмена до училища Олимпийского резерва и лучших московских спортивных школ. Мы должны спортсмена подтолкнуть к высшим достижениям. И если это моя жизнь, я понимаю, что в дальнейшем я буду радоваться за него в другой спортивной школе, что он добился высоких результатов. Я с легкостью расстаюсь и слежу за их выступлением и тренировочным процессом. Также в «Дельфине» занимаются с детьми с поражениями опорно-двигательного аппарата. Более 10 лет тренирует ребят Эдуард Вешкин. Занятия с такими спортсменами требуют особого подхода и применения индивидуальных методик. Проблемы со здоровьем не мешают воспитанникам Эдуарда Петровича принимать участие в соревнованиях различного уровня и занимать призовые места. Буквально неделю назад мы выезжали на областные соревнования по плаванию среди спортсменов-инвалидов. Вот. Ездило 4 детей. Приехали все в призах. Выполнили взрослые разряды. Вместе с Викторией Шалыгиной Эдуарду Вешкину вручили благодарность губернатора за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие физической культуры. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.